Все молчат, раз-раз. Да-да. Я здесь, извините. Или вы поставили АФК тайм? Да вроде все АФКшат. А, хорошо. Это, ну, приспичило, короче. Ну, я сделаю антипортфель. Кто будет готов? Да, нажму. Типа только Войда нету. И Юж. Хотя он здесь. Морально. Все, все здесь. Юж запускаю. Я запущу. Ну что, по ласке только 4 человека пьет? У меня кончилось. Слайкеры, слайкеры. Честно, я бы выпил. Просто... просто после 10 не работа. Продают. К сожалению, пока что я на мели, поэтому я не пью ничего. Славе надо этот снова гильд-эвент проводить, фласки раздавать. Не, не надо. Пусть ГБ пополняется. Я кидаю стан. Я не понимаю, как вот этот вот босс работает. В плане, когда трэш убивается, их души типа переходят на ту сторону, а потом снова сюда. Не доходит на нечто. Да, он типа переводит души. Как в это... в греческой мифологии. Попросту переводит души. Не знаю, не знаю. Я помню только там остров Крит. Там типа одноглазый, что-то там. Девчонок и мальчишек забирал к себе на остров.
Никаких душ я там не помню. Ну, перевозчик ему надо было монету заплатить, чтобы он тебя привез там, типа, в этот... Перевозчик, Джейсон Стэтхэм в главной роли. Ну, кстати, да. Все слышалось. Он и был, просто постарел. Да перевозился, блин. В общем, понятно. Готик-жнец — это крепкий орешек, да? Грубо говоря, да. О, Шурик. Александр, тут кино. На вы? Можно. Я имею в виду, что, ну, крепкий орешек и Стэтхэм — это, ну, два разных кино. Это не так важно. О-хо-хо. В нынешних реалиях уже все спуталось. Да. Кроме шерсти. Кроме шерсти на моем хвосте. Посмотрите, видите? Я думала, Войт с нами облысел там. А я думал это все время, что это нос. С чего? Носа. Говорят, если тотем поставить центр, то и на нас будет работать. Но нам не приоритетно. Мы ж медики. Да, Ёж? Конечно. Где мой набалдажник? Ну, легко. Даже больше ДПС стало. Да, кикай, давай. Ёж, чё как не сбиваешь? Блядь, сейчас, подожди. Бесполезный, что ли? Получается так. Так, где мой стан? Пустите меня. Я их там всех порву. О, фига. Я его телепортировал. Да, беги, дебаф получаешь. Ёж. А, блин, точно. Я еще думаю, туда пан убежал вместе с петами своими. Они просто дальше пошли, блин. Не доиграл. Фига, босс на кулаках дерется. Не достаю слишком далеко. Кстати, мы втроем на платформе. Первое место занимает Ёж, второе я, третье Дэйфи. Дэйфи. Ты все перевернул в свою пользу. Обычно слева направо считают. Да я что-то долго вспоминал и как захотел, так сказал. Ладно, блин. Можно я быстро отойду? Дебаф. Пока дебаф, 30 секунд, я пойду быстро. Зелик трус какой-то, да, получается? Чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! Боже,
Я сколько раз был в этом Ноксрамосе, и только сейчас я понял, что это следующие боссы разговаривают друг с другом. Сзади кони идут. Хайкман, стопните. Окей. Мы долго идем, да? По-моему, уже часа два прошло. Сколько у нас? Это последний квартал? Да. Кстати, с паном могу побегать, или с любым кастером, который может сбивать каст. Ты про что? Про босса. На той стороне. ШП, конечно, какой-то не универсальный класс. Инвиза нет. Каст забивать нечем. Коша нет, да. И спринтов нет, да. Да, стана нету. Это вообще, конечно. Нет аннигиляции. Фир есть. А фир чё? Фир на нежить не работает. Полный нежить. 8 миллиард. Слушайте, я в последнее время заметил, что у меня почему-то зеленая глыба. Это что такое? Я тоже такое. Было. На X2. Недавно. Ну, попробуй к врачу сходить. Обычно, если у тебя глыба зеленая, это что-то вирусное. У вас тоже пан лагает очень сильно? А мы его услышать должны или видеть? Видеть. Тогда я его не вижу. А кто это пан? Где он вообще?
Дефи это пан? Насколько я помню, вот здесь вот, в принципе, ты можешь, могут захилить. Вы тут быстро устанете босса, а там Войд танчит. А сзади я побегаю, допустим, с Роландой, если она не против. Слева, как вам справа. Практика? Я начну слева, а ты начнешь справа. Угу. Зачем? Ставь хила туда. И здесь Ёж подхилит флешками, и все. Ну окей, Бармалюга. Косты можешь сбивать? Знаешь, что такое? Там какая-то серая билка у тебя. Выстави на панель. Пойдешь справа, будешь сбивать косты. Босс сильно бьет. Может до 17 тысяч съесть. Так, кому каску? Сейчас раздам всем каску. Там Роланда с Ёшем, типа хильте пана, потому что пока вы бьете кого там, Кортаза, чтобы он не сдох. Ну, пойдем, Бармалюга. Тотем по центру поставишь, чтобы на нас двоих действовало. И, в принципе, можете запускать, сейчас он добежит. Запускать тотемы. Савчик. Выходите и деритесь, ничтожество! Зарик, если слышишь, лучше к нам встань. Базука умер. Очень рад за вас. А чё, вы там Геру сдали себе? А, да, вижу. Ёж, хиль давай. Дай хилим. Этот, Бармалюга, давай меняемся местами. Сейчас тоже Денис, продолжайте хилить. Перед Дарси. Малюга, рано, ну ладно. Ты говори и пиши куда-нибудь, иначе мы лапнемся так. Вот ты в следующий раз заранее не перебегай. Эти дебафы не сбрасываются. Не успевай сбрасываться. Ок. Что вы с Ревентера ушли? Кто меня хилить будет? Бармалюга, ты в АФК или что? Один ДД, я ставлю хилю. А чё вы, куда вы пошли все ДД? Нахуя вы пошли, у вас Ревендер не добит? Почему вы туда не возвращаетесь? Стаки скидываем, по 3 стака. Ну так скинули один раз. Я уже 5 стаков хилить. Ну так по 2 раза по 3 стака кинулось.
лук, он пошел на зелика, спокойно на зелика стоит. Мы сюда и переходили на зелика. Ой, вот что-то мне это напоминает. Вот. Один раз я так уже стоял. С этого, с леди прибежали трое, как цепной молнией меня херануло. Удивительно, что здесь мы как бы нормально справились. Обычно именно здесь вайпаемся. Ну а базука метёр слышали? Агро, у меня глыба на КД была. О, смотри, Лок одевается, и Хант одевается. А, не, это не на Ханта. Зарик, короче, вкратце по боссу, ну, напомню. Глыба появляется, за глыбу прячешься. Если вдруг на тебя дождь кастуется, тупо от дождя убегаешь, уводишь его, ну, в сторону, короче, чтобы рейда не коцал. Поставьте. Я готова. Пир поставьте. И дайте баф по базуке, пожалуйста, то я умирал. Пир могу поставить, ставлю. Поставила. Поставь ауру от льда. Или... Касочку. Это... Касочку. Тотем, тотем. Шапочку. Кто может тотем поставить с шамана от льда? Лучше тотем, а аура пускай третья. Стоит ледяной тотем? Поставят, сказали. Поставят. Так, получается, сколько это? 522, ничего себе. 41% сопротивления. Ну, в принципе, это на келе нормально будет. Что вы? Можешь пулять сам. Беги. А где Лок? Лок? Лок здесь. Ой, боже, страх. Что происходит? Да не надо страха никакого. Кастуй на месте. Я хилю. Проклятие будете снимать? А, бармалюги нету, только базука может проклятие снимать. Ну и ты. Воздушная фаза можно будет Нанджу набрать. Я забагался, я не могу вытащить. Значит печально. Не, ну я могу в таргет кого-то точечно выбрать. Ну просто что если скажите, на кого я тут так выберу.
А чё, может Геро? Нет? Ещё КД 2 минуты. А... Мы сзади бегали. Без Геро стали. У тебя же свой личный шаман там был. А чё нам сбивать быстрее не надо было? Ладно, косты сбивать. По красоте всё. А как же поддержать коллектив? Хант, говорят, если перед мордой босса стать, может просто унести и жизнь. Ну и шаман там бешеный. Вообще я не знаю, или сломанный у него, дыхания нету, по-моему. А, ну в 25-ке учтите, что вас стоит. Ни разу не Рынжу нам... дыхание делал. Я в 25-ке, кажется, сама падала. Я тут каждый вайп тестил. Прячемся. Жим. Капец, сдохнет. Блин, я испугался. Я каждый раз пугаюсь к твоему среднему. Пистой, я на тебя частицу повесила, Зарик. Я еще на Золанду повешу. Шапку Бармалюге дайте, а то у него синяя. Хорошая шапка. Так, Петус на пассив, напоминаю. Зарик, я не знаю, тактику знаешь, нет? Две фазы. На первой фазе бьем трэш, который выходит. На второй фазе бьем босса, держим рейнджу. Все, тактика галактики. У меня в голове фраза продолжалась немножко иначе. Так, Зарик, две фазы. На одном пике точены. Почему Петов на пассив? Потому что тут трэш можно загнуться. Это сразу вайп. Так что дело все по красоте. Кстати, когда шмотки будешь выбивать? Вот беги, мы тебя ждем. Да, все нормально. Когда шмотки полутаешь, ко мне можешь за чарками обратиться. Мой никнейм Варлайк. Ну да, Хайк. Так всем можно. Просто не все обращаются ко мне.
на келе, не забудьте тотем от льда поставить. Такой вопрос. Кожевники есть тут? Кто-нибудь есть плотная шкура? Для меня сейчас... У тебя мысли, конечно. Да у меня мысли вообще просто жесть. Такие тупые приколы. Это... Ой, выставили на аукцион. Очень дешево. Просто я днем... Так, стоп, может быть, я не ту шкуру смотрю. Да-да-да. Ну, по 15 голды я куплю. Кажется, когда вторая фаза. Настя, вторая фаза. А, я уже заметила. Там слишком дорого на аукционе. Хаек, ты помнишь, что она, ну как бы, на каком-то ранже все равно дамажит? На пул сдавайте в танка. Да, глыбы сейчас какие-то зеленые. Мутные. Нынче глыбы уже не те. Бармалёк. Вот что это за босс? Вот почему сопротивление? Ну как? Чисто на этого босса пинетру собирать, что ли? Хильма. Да. Конта мы сегодня одели. Чё-то не вижу, где лужа. Чё, можно бармалёвок нам закинуть в статик? Зарик, позвать. Сделай потом. Сейчас жуки выйдут на пол, на танк сделай.
Опа, опа. Тихо. Два хила, блин, сразу. Ну шо там, ну шо там, ну шо там. Дробяши. А, ну ладно. Что надо? Да, не так сильно. А у тебя какое? А, тогда не надо. А, такое. Ну, не знаю, смотри сам. А-а-а-а, мне не было слышно, да? Ну, я типа, ну, если тебе не сложно. Это кто говорит? Настя. А Ник, у тебя как? Настя, то, что Мига, то, что Варлайк. Все, ребят, спокойной ночи всем. Спасибо, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи всем. Да, братцы, давайте, все, до завтра тогда. Покидывай всем. Подписывайтесь на мой канал.